Добрый день. Как вам? Здорово. Как вам выступление группы Мутаген? Мутаген? Да. Да что за херня? Скажите, пожалуйста, как вам творчество группы Мутаген? В принципе, это очень хорошая музыка, но она с тем смыслом, который мы не понимаем. Наша молодость не понимает этого. Вот люди старшего поколения, они понимают, но мы, наше молодое поколение, ну, не понимает этого. Ну, я скажу, вот, мне нравится. Да, правда? Музыка приятная, вот мелодия приятная, голос приятный. Я первую песню слышал, как первая? Firefly. Зацепила, понимаешь? Да, все, спасибо огромное, ребят. Как вам выступление группы Мутаген? Не был, не слышал. Не знаете, да? Не знаю. Не знаком с тобой. Мы только что отыграли очень классный концерт. Вот все наши фанаты, вот там услышите. Вот они там стоят. Мутаген! Мы все любим наших поклонников. Что за треки играли? Все хиты. Вот тут фотографии с нашими фанатами, посмотрите. Вот я. Вот чувак в очках на гитаре, смотрите, вот он, да. Вот Костя, наш продюсер. Вот это я вот с длинными волосами. Раньше были длинные волосы, их обрезал. Крупный план. Да, вот, да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к творчеству группы Мутаген? За это час. Это, короче, крутяк вообще. Мутаген. Молись богам. Мутаген, мы фанаты ваши. Мы ваши фанаты. Ведь мы ж не просто так, мы ж штрафники. Можно тысячи, нас тут просят, потому нам что сейчас будут петь Высоцкий. Но мы понимаем, что Мутаген – это крутяк вообще бешеный. А с вами группа Мутаген, и мы навсегда вместе. Мы, короче, Денис, подержи меня. Мутаген! Мутаген! Мутаген!